уступили и получили хороший урок. Есть нам над чем работать, и те проблемы, которые у нас есть, сегодняшний наш соперник нам это указал, и мы будем над этим работать. Скажу так, что серьезно вроде бы готовились, но многое не получилось в плане контр-игры, потому что сложно, да, с таким соперником на протяжении, там, особенно первого тайма, все время обороняться. Видите, нам не хватило немножко силенок, и мы в концовке первого тайма пропустили. Я только что ребятам сказал, чтобы они не вешали нос. У нас есть неделя, у нас есть следующий соперник, которому надо хорошо подготовиться. Будем работать и устранять те проблемы, на которые нам указал наш сегодняшний соперник. Они есть, и мы над этим будем работать. Все равно, как бы то ни было, да, мы уступали в каких-то компонентах, но пытались играть, и видите, даже момент во втором тайме создали, который был у Димы Рудакова, реализую его, может быть, не так больно было бы, да, переживать это поражение, но еще раз говорю, мы работаем, мы будем работать, и мы рук не опускаем, и будем готовиться к следующей игре.